Проект «Никулина». Нам удалось создать идеальное место, где можно не только отдохнуть, но и заняться приготовлением пищи, чему способствует наличие хорошо обустроенной летней кухни. Что касается прилегающей территории, то она буквально изобилует камнями. Внешне кажется, что они здесь лежат с эпохи палеолита, но по большей части, все каменные композиции – это плоды ручного труда специалистов мастерской ландшафтного дизайна Ильи Лациса. Обратите внимание на материал, из которого изготовлена крыша. Если информация оказалась полезной, ставьте лайки и подписывайтесь на нашу страницу.